Видите, как замерз, какое лицо красное. Это бонус первой серии. Это 8-битное, так сказать, видео сейчас вот идет. Сейчас уже у нас стемнело. Вот там вокзал. Там мост. Вот мост. Я по мосту иду. Вот. И снова центр покажу. Может быть, даже 3 серии будет. Это 3-я, допустим. Заодно испытаю, сколько камера снимает в 4К на холоде. Вот я снял уже где-то, ну много снял, наверное, час. И еще показывает 53%. Видео сейчас 8 бит. Нет, друзья, это все-таки будет, скорее всего, 3-я серия. Вечерний город, так сказать. Так, подъезжаю к дому. Кстати, примемили тут вот... Вроде было стрельбище у них во внутреннем дворе, и тоже это здание офицеров называлось. Даже у них своя открытка была. Вот. И сейчас посмотрите, как оно вечером выглядит. Mercury Hotel. Тут я помню, что совсем недавно была гостиница Radisson. А сейчас вот ее название она сменила, так сказать. Оба. Или мне показалось, или снег идет. Не показалось там. Одна снежинка упала. Это здесь столпотворение машин, это люди после работы решили магазин завернуть. Вот этот, который до 10 работает. Там в небе, если видите, так где? Ой, я не туда показываю. Вот. Вот, это Юпитер. Так, выезжаем на улицу Херкулсманта.
кстати, при Мемеле, вот где я сейчас иду, аллея такая была вроде из лип. Вот здесь вот. По обе стороны были раздельные дороги. Вон при 60 кадров мерцает все. Вот я про это здание рассказывал, или про это, или все-таки следующее, что здесь детский мир был. Вот, не помню. Скорее всего, здесь вот. Центральный вход был, и по обе стороны как два магазина такие, в общем. Или здесь все-таки. Ух ты! Здесь красиво освещается. Барюка закрыт. Нормально так набережная освещается. Особенно это видно с другого берега. Одна зрительница просила меня погулять тут возле бывшей конфетной фабрики. Ну, я помню, друзья, этот, запах карамели с детства. Сейчас-то тут никакого запаха нету. Вот наш меридианчик, так сказать. Мост этот собирается закрывать. В первых видео я тут снимал, и был такой засвет, когда я здесь проезжал. Сейчас смотрите, как я настроил красиво. Красивый у нас город, вы не находите, друзья? Кто согласен, ставим лайки. Здесь нельзя на самокате ездить, я иду пешком. Ну, можно по брусчатке, но извините, не-не-не. Кстати, вечером автобусов здесь
«Бери, не хочу» называется. Вон, один за другим. Вон, пожалуйста, по брусчатке велосипедистка проехала. В общем, здесь можно ездить. Вот здесь за углом я один раз видео снимал издалека, там, короче, американский флаг висел. Вот, и я сейчас думал туда подъехать, может, там что-нибудь открыли такое. А так, оказывается, флага никого нету. А там снимали, в общем, фильм какой-то исторический. Восемь бит. Проезжаю индийский ресторан, друзья. Не знаю, как тут кормят, но кто был, сказали, что в принципе ничего хорошего. Ночная улица Румпушка. Кстати, что там костел такое включил? Подсветку или прожектор? Он сейчас как маяк выглядит вообще-то. Вечерний Шоуцплянтос. Дорога на Акрополис. Здесь постоянно машин много. Даже ночью.